минувший вторник губернатор Ульяновской области подписал дорожную карту по созданию Центра управления регионом, предполагающим внедрение единой государственной информационной системы. Сегодня Сергей Морозов обсудил с коллегами детали проекта. Если мы хотим быть действительно инвестиционно-привлекательной территорией, конкурентоспособной территорией, территорией, которая активно занимается народным бережением, наращиванием количества людей, которые у нас с вами могут и... в общем-то, должны жить в Ульяновской области, то, несомненно, мы должны с вами формировать не только деловой климат, о котором только что на предыдущем совещании с вами говорили, не только инвестиционными делами заниматься, но и трансформировать другую составляющую этого совместного обоюдно важного процесса. Я веду разговор про самой власти. С начала нового года заработает Центр управления регионом, появятся ситуационные центры в администрациях районов и отраслях экономики. Центр будет включать работу по интернет-платформе «Решаем вместе», которая будет принимать обращения населения в режиме реального времени. Это должно повысить оперативность реагирования чиновников и ускорить решение проблем. Суть реформы – полная трансформация системы управления. Однако глава региона особо подчеркнул, что многие сегодня просто не понимают суть предстоящих перемен и ошибочно считают, что документ нацелен на формат перевод чиновников из одного ведомства в другое. Мнение о том, что мы чиновников берем, пересаживаем там в некую другую организационную правовую форму. Не. Мы говорим о трансформации функций, которые у нас там с Мородатом, Саратом Владимировичем, смотрели. Мое ведомство сокращение, она нам написала вот такую, так сказать, депешу, какую она теперь предлагает корпорацию создать. То же самое, только, так сказать, без слова министра. Барышня просто не понимает, что мы хотим. Поэтому еще так, что это вот касается всех министерств и ведомств, что нам предстоит здесь сделать. И это не последние изменения в системе муниципального управления. С января 2020 года некоторым чиновникам будет разрешено работать дистанционно. Америку мы не открываем. Такие нормы, они, собственно, предусмотрены Трудовым кодексом Российской Федерации. Мы просто у себя приводим соответствие с нормами законодательства, чтобы просто отсутствие на рабочем месте сотрудника не приравнивалось к увольнению. Также вступит в силу концепция бережливого управления в правительстве и органах исполнительной власти, которая предполагает внедрение стандарта бережливого рабочего места. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ.